Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 333 упражнение. Нужно списать, образовав от прилагательных данных в скобках простую сравнительную степень. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здоровье дороже золота. Добрые слова лучше мягкого пирога. После работы еда вкуснее. Правда светлее солнца. Дождливое лето хуже осени. Нужно ответить на вопрос, какими членами предложения являются прилагательным в сравнительной степени. Все они являются сказуемыми, подчеркиваются двумя чертами. Также нужно ответить на вопрос, у каких прилагательных форма простой сравнительной степени образуется от другой основы. Это прилагательное «лучше» и «хуже». Последнее нужно разобрать существительные работы. После работы. Существительное, нарицательное, неодушевленное, женский род, первое склонение, родительный падеж, единственное число в предложении является дополнением. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.